Зовут меня Алексей. Вот мы устанавливаем оставшиеся модули запланированного объема. Модули мы приобретали в фирме «Главэнерго». С ноября прошлого года уже получаем за это электричество деньги. Вешаем оставшиеся модули. Вот солнечный модуль 10 киловатт. Это надо 40 таких солнечных модулей. Мы их планировали повесить 120. Вот. Сколько повесим, еще пока не знаем. Все в процессе решаем. Вот. Устанавливаем пока временно, потому что забор не сделан. И на крыше еще не все собраны крепления. Как соберем, на крышу подымем. Но вот на данный момент работает 40 панелей 10 киловатт. За день на сегодняшний момент они уже выработали 16,4 киловатт-часа. То есть, грубо говоря, за полдня 16 киловатт. За весь день может быть 40 киловатт. Дня три назад было 40 киловатт, в день 40-42. Ясно. А какая стоимость сейчас, если продавать, вот в день сколько можно заработать? Ну, вот при такой погоде, как сейчас, наверное, ну, вот 10-киловаттная станция 1200. Может, 250. Денежки, которые выплачиваются мне за это электричество, мне их вполне хватает, ну, чтобы заплатить коммуналку по вот этому дому, который тоже не совсем маленький. Вот. Ну, тоже удовольствие это не из дешевых, видно, потому что недавно только появилось. И вот в моем случае где-то окупятся они, ну, чтобы не соврать, лет так через 5-6. Но смысл есть, потому что электричество, выработанное этими модулями, рассчитывается государством по коэффициенту 2,7. И, в принципе, даже зимой, учитывая то, что солнечных часов мало, все равно на коммуналку, допустим, вот что они за 3 месяца зимних заработали, мне хватило оплатить коммуналку по вот этому большущему дому. Все работает, думал, будет хуже. Ну, все работает. Ясно. И практически не надо никакого ухода за ними, да? То есть минимально. Ну почему? По зиме я там с длинной шваброй залажу, снег с одного места сбрасываю, когда это нужно. Вот, если солнышко светит. Ну, в общем, учитывая то, что я первый год, еще год поживу, буду знать все нюансы до конца. Так что, в принципе, смысл есть. Ну, вот сейчас будем устанавливать оставшуюся из запланированных модулей. Добрый день. Стоп. Итак, Юра, пожалуйста. Юра. Да. Значит, что мы видим? Данный сюжет, он показывает Минск, Белоруссию. Поэтому цифры озвученные, которые были там, по 200 тысяч, там, то, что сказал, я в этом не ориентируюсь, но... Он сказал о том, что можно на этом что-то и получить. Ну, как говорится, панелей много, 40 штук. Вот. Значит, был тут в чате вопрос, как это сделать. Вот с этого я как раз и начну, потому что, скажем так, у нас перед нами стоит вопрос, проблема, о том, что тариф на все повышаются, и то, что они будут назад, так сказать, откатываться, откровенно выражаясь, как при Сталине, такого не представляется. Вот. Небольшой план по сегодняшней, так сказать, теме я набросал. Поэтому план выглядит так. Первый пункт. Почему появляются самодельщики? Второй. Что они могут? Третий. Как на это посмотрят политики? И четвертый. Данная экономическая система не для прогресса. Значит, первый пункт и второй идет вот как. Если рассматривать вот эти вот готовые изделия, то есть покупать, то вытекет в копеечку. Ну, во-первых, давайте представим. Вот одна панель, чисто из практики, у меня где-то полгода эксперимента прошло. Я сам собрал.
сам спаял, вот, и проверял, что называется, так сказать, параметры и все такое. Ну, технические возможности. В принципе, при солнечном дне, в общем-то, у меня получалось так, что за счет одной панели где-то до 20, а то и 25% экономии в день в такой есть. Вот. То есть это достаточно наглядно. Поэтому ситуация получается такая. Учитывая повышение тарифов, в этом году тариф в России обещали поднять на 12% за электроэнергию. Дальше делайте выводы сами. Все, что привязано к электроэнергии, тоже имеет основание подняться, ну, если не на 10%, то на 5%. Вот. Поэтому стоит задумываться об этом. Значит, собрать ее не так сложно. И вынуждают вот эти вот как раз финансовые проблемы, финансовые вопросы, вынуждают как раз этим заниматься, самоделками. Вот. Но, честно говоря, и интересно. Хоть это имеет некоторые сложности, чисто технологические. Как паять, в каких условиях паять. То есть, чисто из практики объясняю. Паять на холодном предмете нельзя. Кремниевые элементы, они просто-напросто начинают трескаться из-за контраста температур. Поэтому, когда, так сказать, в зафиксированном положении начинаешь спаивать между собой, так сказать, вот эти плитки, элементы сами керамические, кремниевые, вот, то в этом случае надо, вот у меня на фанере, надо подложить как минимум 3 слоя газет, чтобы был, так сказать, тепловой баланс, не было этого контраста температур. Работает. Дальше паяешь аккуратно и нормально. Получается. Вот. Почему я уже сказал, этим занялся и об этом подумал. Вот. И по большому счету, что они могут, самодельщики? Самодельщики, конечно, это могут сделать. Все вот эти вот панели самостоятельно можно сделать. Это не настолько большая проблема. Разверну этот вопрос с финансовой стороны. Значит, вот что у нас сейчас непосредственно? Открываем Alibaba, и там достаточно большой перечень предложений. Перечень предложений такой. 100 штук по цене одна. По цене от, ну, пусть там 110-140 рублей. Это уже в цифрах. То есть получается, значит, 100 штук по цене 12-14 тысяч. Что такое 100 штук? Это, считайте, что 3 панели. Сюда надо, конечно, приложить стекло, уголки и герметик. Это тоже деньги. Но не такие уже большие, потому что если брать поликристаллический элемент, естественно, если брать поликристаллический элемент, то он будет, какую цену я уже назвал. А если одна панель из поликристалла на 100 ватт, то она будет стоить 7-8 тысяч рублей. Значит, 3 таких панели, это получается 21-24 тысячи рублей. В то время, когда ты сам покупаешь за 12-14 тысяч, делаешь эти 3 панели, да, ковыряешься сам, паяешь свой труд. Вот, потом покупаешь стекло и, так сказать, на нем закрепляешь. Ну, в принципе, на Ютубе этих, так сказать, рекомендаций полно. Это действительно, так сказать, рабочие технологии. Вот. Единственное, что, как говорится, нужно быть, конечно, внимательным. Я сейчас говорил только про панели. То есть упор, вот как здесь вот замечание или предложение. Второй преобразователь в переменку нужен. Не забываем аккумуляторы. Совершенно верно. Но сейчас я говорю только про панели. Потому что именно про панели, именно на них и можно сэкономить. Аккумулятор ты сам не соберешь. Так сказать, преобразователь можно собрать, но, так сказать, это достаточно муторно, потому что сейчас элементная база, так сказать, в России достаточно ограничена. Опять же, нужно покупать или, так сказать, в три цены, или искать, опять же, на Алибабе у китайцев. Вот. А оттуда можешь получить, так сказать, некондицию, которая проработает 3 месяца и пшик, сгорит. Вот, вот такая штука.
Значит, поэтому самодельщики могут многое, но, так сказать, все это только для себя. У меня, например, чисто как экспериментальный вариант, у меня просто-напросто склеенные, спаянные элементы между собой. И так как окна у меня советского типа, не пластиковые, то я использую пространство между окнами как пространство, где у меня висят эти элементы. Висят. Ничего, нормально. Спаял и элементные, так сказать, ну, считай, как штора. В пасмурные дни темновато. Не буду, так сказать, отнекиваться. Ну, а как будет в солнечную, так сказать, летом, посмотрим. Потому что я всю эту конструкцию собрал и с августа месяца, так сказать, вот проверял. Вот. Проверка, в принципе, на мой взгляд, удалась. А если делать не полную панель такого размера, как вот стандартная, а меньше, и рядом с окнами на стену как-то крепить нельзя? Ну вот как в этом видео, в принципе, все это можно. Это можно, но у каждого есть, так сказать, у каждой страны есть свое законодательство. Здесь вот мы переходим как раз, по сути дела, к третьему пункту. Вот. И, так сказать, Лен, включи второй ролик. Он про Калининград. 10 солнечных пластин на крыше, на чердаке мощные аккумуляторы, трансформаторы и контроллеры. Вся эта аппаратура полностью обеспечивает дом Сергея Рыжикова электроэнергией. Все лампочки в доме светодиодные, бытовая техника с энергопотреблением класса А. В остальном семья Сергея электроэнергию не экономит. В сутки дом потребляет примерно 10 кВт-час. В солнечный день, особенно летом, я вырабатываю 30-35 кВт-час. То есть вырабатываю в 2-3 раза больше, чем потребляю. Ну и, соответственно, 8 месяцев в году обеспечиваю себя 100%. Компьютер решает сам, откуда брать электроэнергию. На первом месте сама солнечная батарея. Если солнца нет, дом снабжает аккумуляторы. Ну а если и они пусты, подключаются городские электросети. В том-то и уникальность системы. Это первый в России проект с возможностью подключения к городским электросетям. Излишек энергии можно отдавать городу. Тогда счетчик крутится в обратном направлении. Дом сейчас полностью себя обеспечивает электроэнергией. И излишек, который у него получается, вот 1,9-2 кВт, он отдает в городскую сеть. Пока Сергей по большому счету дарит городским сетям электричество. Тарифы на закупку электроэнергии у населения в России не разработаны и законодательно не утверждены. Но на Западе такие проекты не только широко распространены, но и всячески поддерживаются со стороны государства. Поэтому Калининградская энергосбытовая компания поддержала идею Сергея. Необходимо, чтобы государство урегулировало вопросы применения таких источников. Если такое развитие будет более активно применяться, я надеюсь, что позволит сэкономить и первичное топливо для всего государства. Солнечные батареи давно интересуют калининградцев, особенно тех, чьи жилые строения находятся вдали от сетей или возникают проблемы с подключением. Правда, установка подобной системы не всем по карману. Комплект оборудования подобного на частный дом на сегодняшний день обойдется в районе 800 тысяч рублей. В районе 8-10 лет с учетом роста тарифов окупится. Специалисты говорят, когда государство урегулирует вопросы покупки электроэнергии у населения, можно будет обходиться без аккумуляторов и значительно удешевить проекты домашних солнечных электростанций. Все, Юр. Сейчас я картинку верну. Юра, ты где? Да, я здесь. Ну? Можно говорить, просто у меня еще показывает. Все. Угу. Значит, тут переходим мы к третьему пункту. Как на это посмотрят политики? Некоторые могут задаться вопросом, а один тут при чем? А тут все очень просто. Очень просто. Не забываем, что у нас все привязано к налогам. Налоги собираются с доходов. А теперь представьте, самодельщиков, когда их 5 человек на 5 миллионов, они незаметны.
Но когда массовое появление самодельщиков появится, которые смогут массово себя, пускай даже лично, обеспечивать электроэнергией, представьте себе, сколько генерирующих компаний остановится, или, ну, не то, что остановится, а сколько будет недополучать рассчитываемой прибыли. Какова реакция будет политиков, тех же самых законодателей? Там же те же самые законодатели, которые сидят в Госдуме, в Совете Федерации, это те же самые политики. Какова их будет реакция? Они будут писать любые положения, документы, которые будут это все дело тормозить. И здесь, так сказать, я опять вернусь к своему предыдущему тезису, который в предыдущих, так сказать, беседах звучал, о том, что рынок тормозит прогресс. То есть развитие вот этих вот технологий, вот этих вот методов получения электроэнергии, оно сразу будет приторможено. Вот обратите внимание, калининградский ролик сейчас, в нем было сказано, в этом ролике, о том, что законодательство. Да, такого законодательства нет. Хорошо, как говорится, этот парень договорился с, так сказать, какой там Калининград Энерго или еще какая-то там компания. Ну, неважно. Договорился о том, что он может, так сказать, выдавать электроэнергию в сеть, в городскую сеть. Хорошо. То, что он поставил счетчик, хорошо. Но я созванивался, так сказать, с предприятиями, где делают электросчетчики. Таких счетчиков, и чтобы они были в государственном реестре прописаны, таких счетчиков, которые бы учитывали и минусовали исходящую из, неважно, из жилого помещения электроэнергию, чтобы они, так сказать, минусовали ее не в плюс, а наоборот, с общего потока. Когда, ну, как выразиться, поступает 5 ампер. Ты вырабатываешь на своих, так сказать, панелях, вырабатываешь 30 ампер. То есть твой поток, твоя сила тока, в амперах она как раз отражается, у тебя сила тока выше. То есть таким образом ты можешь тот поток, который входящий, ну, как вода, ты можешь его, так сказать, в обратную сторону развернуть. Ну, как все это дело выглядит, это уже технический вопрос. Там синусоиды, так сказать, частота, подборка, все это уже вопрос другой. Вот. В кадре как раз есть момент, где показаны все эти, так сказать, его оборудования. Там не было в кадре ни одного, ни одной нашей техники, то есть сделанной в России. Все вот эти вот, так сказать, электросчетчики, где делают там какой-то там Меркурий, Нева, Энергомера, вот, они это оборудование не делают. И мало того, что у нас эта тема вообще выпана, так сказать, выпала в законодательстве. И теперь еще раз возвращаюсь, вспомните. Все у нас построено на налогах. Значит, максимально взять налоги с людей. Если это дело развивать, то как же тогда, так сказать, налоги откуда брать? Вот. Плюс еще повышение тарифов обеспечивает, как говорится, монополистам определенную прибыль. Да, она фиксированная, но, извините, в математике есть такое понятие геометрическая прогрессия. То есть если сегодня, так сказать, ты платишь десятку, а на следующий год ты будешь платить на 10% больше, то есть 11 рублей, а на следующий год опять на 10% больше, то есть у тебя получается выше, выше и выше на графике цена твоей, так сказать, твоего киловатта электроэнергии, который ты оплачиваешь. И дальше все вот эти вот тарифы, ночные, дневные, это все мертвым припарком. Потому что это точно так же, как с водой. Тарифы будут повышаться и будут дожимать людей до того состояния, когда у людей не будет на счету, там, неважно в каком банке, в электронном же виде деньги-то хранятся. Так вот,
Когда у человека на счету не будет достаточно денег накоплено, потому что дожимать и будут контролировать, отслеживать, сколько денег у человека на счету. Сколько? Дожали мы его или не дожали еще до того, что он начал снимать свои накопления оттуда? Ты опять вот. В электронные деньги. Давай про батареи. Не-не-не, это все тут как раз вот эта вот разная тема, а они вот они где связаны. Потому что, ну рынок, ну капитализм, ну куда мы от него денемся? Вот такая штука. То есть, в принципе, последний четвертый пункт о том, что моего плана, что данная экономическая система не для прогресса, вот она и говорит. А почему? Ну, давайте посмотрим. Кто первый в космос полетел? Советский Союз. Первые спутники — Советский Союз. Что у них там было, чем они обеспечивали, что они туда аккумулятор, что ли, тащили? Там тоже были солнечные батареи. То есть, солнечные технологии разрабатывали в советское время. И они делались, и, так сказать, в конце 70-х уже в Средней Азии их ставили. Вот, то есть, панели уже тогда были. Ну, все развивалось, то есть это вполне могло быть, но благодаря, собственно говоря, вот этим вот 30 годам у нас вышло торможение, и не слабое. Вот. Вот так вот. Поэтому можно, конечно, рассчитывать на чью-то помощь. Но я ни на чью помощь не рассчитываю. Ни в чем. Потому что это все, честно говоря, ну, боком выходит, когда ты рассчитываешь на кого-то, а потом получаешь санкции. Вот глобальная картина — это вот так выглядит. Там был вопрос, как защитить стекло, вот эти батареи, как защитить, например, от града. А я бы от себя добавила, у нас здесь штормовые ветра такие, что сносят деревья, всякие эти шиферины летают. Как можно защитить вот от порчи поверхность? Значит, получается такая, что тут можно? Во-первых, угол наклона и крепление. То есть, чтобы с обратной стороны панель, так сказать, ну, не было у нее парусности, чтобы ее, во-первых, не сдернуло там с крыши. Это первое. И второе, угол наклона. Потому что под углом, как броня, от удара снарядом, если, так сказать, вертикальный, то снаряд мог, так сказать, не пробить очень толстую, так сказать, большую толщину брони. А под углом, как у Т-34 был, то была возможность, что называется, срикошетить. Здесь то же самое. Понятно, что есть определенные, так сказать, испытания для фабричных панелей, так сказать, панелей батарей всех этих. Но защититься только таким образом. Вот. А в принципе ставят сейчас, ну, 4-миллиметровое стекло. А обычное, вот раньше ставили 3-миллиметровое стекло. И за все, так сказать, сколько лет люди живут, те стекла, как говорится, еще советские, большой же срок проверки прошли. Град же не побил. Вот такой вот вывод. У меня родня живет на Северном Кавказе. Там всяко было. Вот. И град там тоже различный. Когда градобойные пушки стояли, как говорится, была защита. Потом в 90-е, когда градобойные пушки оказались, так сказать, бесхозные, потому что это же надо деньги, это же надо оплачивать. А кто будет денежки платить? Должна же быть прибыль. Ну вот, после этого град был очень приличный. Но ничего, там стекла целы были. Ничего с ним не случилось. Вот так. Вопросы есть еще у кого-нибудь? Так. Я, так сказать, кто хотел говорить вперед, вопросов, проблем, по-моему, нет. Вот, если только технически. А в отношении аккумуляторов нет разницы. Что ты будешь так аккумуляторы покупать для, так сказать, купленной системы, но если ты будешь их отдельно покупать, то они могут оказаться тебе дешевле, чем если ты, так сказать, у посредника будешь перекупать. Вот. Это всегда, в общем-то, закон торговли. Или ты у
прямого продавца продаешь, то есть у дистрибьютора, вернее, покупаешь. Или ты покупаешь там у дилера, который посредничает. Вот. Поэтому что аккумуляторы, что, так сказать, приборы, абсолютно то же самое. Все эти преобразователи, все это можно. У меня, в принципе, стоит преобразователь 12 вольт с аккумулятора. Аккумулятор на 220 ампер-часов южнокорейский. Как его там, ну, желе там внутри. Вот. И ничего, в принципе, ну, рано еще, так сказать, хвастаться, честно говоря. Потому что, ну, с августа месяца вся эта система у меня отрабатывается. Ну, у людей, в общем-то, с кем я разговаривал, у них больше 5 лет работает. Сделанные панели работают, так сказать, каскад солнечных батарей живые, и на стекло, и на пластик ставили. Вот. Но с пластиком хуже, потому что он все-таки становится мутным от всяких проблем, от той же самой пыли. Вот. Ну, помелче чиркает и мутнеет. Стекло в этом отношении прозрачное, обеспечивает больше, так сказать, проникновение солнца. Вот такая вот техническая подробность. Вот. Все, останавливаю запись и Вадима добавим. Давай. Так.